Ну что ж, девиз последних моих кулинарных приготовлений — вкусно и просто. А суп этот называется... О, глянь, взял, остановился. А, нет, опять завелся. Молодец. Вот, а суп этот называется... Пьяное сердце. Почему пьяный? Ну там пиво в составе. Потом расскажу, елки-палки. Мутная история, очень долгая. Но ингредиентов минимум. Температурный режим соблюдается. Через 52 минутки... Через 52 минутки, как только я нажму на кнопку «Стоп», будет готово просто. Белиссимо. Бон аппетит, как говорит Галчонок. Сарын на кычку, другие мои подружаки. Все только... Ну как, началось уже? Ну так вот, чуть по чуть-чуть. Потихонечку. Степ. Бай степ. Пока от монитора не ослеп.